В Улан-Удэ прошел необычный семинар для учителей. Наших педагогов учили создавать условия для развития одаренных детей физики и математики. Модераторами выступили их опытные коллеги из Москвы и Новосибирска. Хочется поделиться нашим опытом, как мы организовали систему дополнительного математического образования у нас в регионе, потому что это все очень сложный период становления, и хочется, чтобы там в регионах было проще, быстрее, там, не наступать на те ошибки, на которые поступили мы. Вот, и хочется, чтобы учителя, школьные учителя увидели опыт, вдохновились и помогли инициативной вашей группе как-то собрать ребятишек вот в этом направлении. И я пришла, чтобы помочь им, поднять им настроение, показать, что есть такие формы. И все, кто мне напишет, я пошлю им свои материалы. Им будет тогда легче работать. Потому что после 30 часов работы у них есть еще какие-то другие дела, чем изобретать материалы. А у меня они уже есть. Это не учение. Это делиться опытом. Учить их не надо. Они хорошо образованы. Мы очень любим, когда занимаются как можно больше людей математикой. Мы верим, что это правда спасет мир, потому что это настоящая красота и настоящая порядочность, в отличие от некоторых других. У нас всегда 2×2 – 4. На семинаре рассмотрели такие вопросы, как подготовка учеников к Всероссийской олимпиаде школьников, ЕГЭ, а также создание инженерных классов, робототехники и функциональной грамотности.